Друзья, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Привет, ребята, с вами Антон, и мы продолжаем проходить Enslaved Odyssey to West. Погнали! Мы сейчас, по идее, должны будем тот самый Левиафан угнать. Пардон? Да, и правда, очень красиво сделано. I need you with me, monkey. Get up here. I'll stay here and figure out how this thing works. Супер, вовремя перебрались. Wow! Look at the size of those gears. Так, стоп. Ух ты, ух ты, что? Ах, яй. We got a problem there. There are flames blocking our way. Okay. Oh, I can shut off the burners from here. Hey, it's getting hotter. Just let me shut these down. Ow, this is hot. Да по идее, манки весь должен был обгореть. I can't get through here. Let's just blow this thing out of the way. Давай. Careful not to damage the cog. Okay. Nice shot, monkey. After you. Да, это было не очень профессионально. It's above you. The anchor point has four couplings. We need to blow them off to release the leak. I'll throw some more bombs. Хорошо, хоть у нас вот это вот, не знаю, как назвать, стрекоза ведет. Ну, потому что, правда, здесь это, запутаться можно. А, то есть он как бы нам цель дал, да? Супер. А дальше-то что? Мы зря сюда пришли. Или как это еще можно назвать? Стоп, а наверх как-то попасть-то, по идее, нельзя, да? Ну ладно, уходим отсюда. Уходим. Так. Похоже, мы вообще забрели не туда, куда надо. Ну да, точно. Еще раз, пардон. Done. Free to go. Follow me. Oh,
the security systems. That's not good. The mechs are using thermite to burn through the hull. We don't have much time. Ну, как занесло индикатор далеко. Блин. Опять не туда пошел я. Стандартная особенность. Блин, по-чистому никак не получается. Нормально, справляемся. Это было то, что не очень прикольно, конечно. Что игра вовремя не прогрузилась. Второй блокиратор снесли. Ну, если я правильно понял название. В принципе, достаточно такая расслабляющая миссия, в отличие от других. Hey, Trip. Trip, I can't get through here. There. Can you get through now? Yeah. Интересно, как он по таким раскаленным трубам может лазить, я не понимаю. Поэтому вы тоже. Nice work, guys. Let's get to the last two anchor points. Is it just me, or is this the most beautiful piece of machinery you've ever seen? I mean, I really get off on it. I mean, really get off on it. You know, I don't think we need to know that. Sorry. But I really do get off on it. Ух ты как. Okay, through here. Wow! This must be the power core. This is incredible. They must have found every power cell in a 500-mile radius. We'll need to come back here and jumpstart her when we've done the couplings. I'll get this door open. Давай, открывай. И опять лифт. Да вы издеваетесь. Отлично. Сразу давайте заряды возьмем. Понятно, будет весело. Dragonfly will show you the way. Можно было бы и без этих очевидных подсказок обойтись. Так. Стоп. Подождите.
Хотя все-таки нет. Ну, с нашими апгрейдами аптечка нам, которая там находится, совершенно не пригодится. Ой-ой-ой, это было однозначно лишним. Поторопился. Поторопился. Ну, теперь все нормально, это хорошо. Что-то вообще непонятное происходит. Ну ладно. Да, аптечка не пригодилась, как я и говорил. Так, а как тебе пойти-то? А, ну окей. Торопиться, значит, нужно, да, прохождение. Так, стоп, а куда идти-то? А, все, понятно. Как так? Быстрей, 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 быстрей. Нас телепортировали быстро тогда. Это замечательно. Stand by. Monkey, you stay with me and buy me some time. They're coming.
Okay, okay, okay. If I can trace the diagnostic systems and find a backdoor to the quantum encryption circuits, I can try to bypass the security systems and then... You know what? I'll just find a fleet entire army while you do that. Sounds like a plan. Okay, got it. In order to get this thing moving, I need to route power to each of the four legs. Блин, зашибись. Like the mechs are on their way. I'll lower the linking conduits one at a time. You should see the first one coming down now. Alert. Alert. Please stand clear. Yeah, I see it. Position locked. Power online. А как это отключить? Что-то я не очень понимаю. Отлично. Сразу прокачаемся. Последний апгрейд в холсах. Отлично. Только не говорите мне, что я зря с ними танцую здесь. Иди отсюда. А, ну то есть питание просто подает. Понятно. Хорош. Кто еще? Ну и долго еще будет продолжаться. Ах ты падла. Так, ты там что пилишь? Ой-ой-ой-ой-ой. О-о-о-о. Тихо, братики. Хорош.
сюда. Так, там один просто сгорает. Идите сюда. Отлично. Теперь к тому чубрику. Все, и тут. Так, ты еще остался, ублюдок. Хорош. Слили его просто. Ой-ой-ой. А что делать? А, все, понятно, заряды опять надо взять. Падла. Такая миссия получилась. Богатая на экшен. Это круто. Ой-ой-ой, сколько вас там сразу, а? Не прокатит. Куда откатился? Так, еще остались. Ну сколько ж вас еще, а? Time to get this thing moving.
been wanting to talk to you, but there never seems to be a time. When I found my father dead. I'm not trying to excuse what I've done. I know it was wrong. I have no more right to enslave you than anyone does. What's going on? That pyramid. So it is real. Time to get the cannons powered up. Warning. Hostile launch detected. Defense form activated. We got leeches getting through. Get it now! Move! Что ж, друзья, давайте мы на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.